Всем привет! Сегодня для своей семьи я хочу приготовить блинчики с начинкой. Также их можно приготовить и на любой праздничный стол. Для приготовления мне понадобится мука, молоко, яйца, соль, сода, сахар, ну еще возьму растительное масло. Что я сначала делаю? Я одну часть молока выливаю сюда. Ну, делю как бы его напополам. И в одну часть молока взбиваю яйца, добавляю сюда соль, сахар и соду. Хорошо смешиваю. Теперь сюда добавляю муку. Добавила сюда последнюю муку. Вот тесто у меня получается уже вот такое густое. И сейчас буду сюда вливать последнее молоко. Мне так больше нравится разводить блины. Я потом понимаю, какая смесь по густоте мне нужна. Все, смесь у меня готова. И сюда добавляю немного растительного масла. Ну, ложки две, наверное. Вот такая смесь для блинчиков у меня получилась. Все, теперь будем жарить. Ставлю сковородку на огонь и слегка смазываю ее растительным маслом. Сковородочка хорошо нагрелась, и я отправляю на нее первый мой блинчик. И таким образом жарим все блинчики. Блинчики уже готовы, я пожарила их, а для начинки мне нужно куриное филе, грибы, лук и растительное масло. Мелко нарезаю лук и буду обжаривать его на растительном масле. Слегка обжариваю лук и буду добавлять сюда грибы. Грибы нарезаю мелко. Филе обжариваю до золотистого цвета. Курицу добавила лук и отправляю сюда грибы. Все это будем обжаривать. Добавляю сюда черный молотый перчик и солю по вкусу. Готовую начинку отправляю в чашку и даю ей остыть. Начинка готова, она уже остыла. И я сюда добавляю сметану. Можно также добавить майонез. Сюда также можно добавить любую зелень, которая вам нравится. Все по желанию. Хорошо все смешала. Отставляем. Выкладываю блинчики. На блинчики выкладываю начинку. Ну, я где-то кладу по 2 столовые ложки. Теперь сворачиваю блинчики в мешочек. Можно заколоть зубочисткой, можно сыром связать. Я связываю зеленым луком. Вот такие мешочки получаются. Ну что, все, блинчики завернула. Теперь можно их выкладывать в праздничное блюдо. Все, блинчики готовы. Они очень вкусные и красиво смотрятся на праздничном столе. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите свои комментарии. Всем хорошего настроения и пока-пока.